Фокси, моя зайка, спокойной ночи. Я тебя разбужу, когда кушать будет готово. Всем привет, с вами Крошик Дэй, и сегодня у меня есть вот такая вот маленькая овчарка. Рокси ее зовут. Это игрушка, если что, конечно же, не настоящая. И мы сегодня из легкого пластилина ей будем лепить разные игрушки, еду. Вот столько у меня есть легкого пластилина. И вот сейчас я хочу... Вот я уже чуть-чуть налепила лепешек. И сейчас еще... Ну, это, конечно, блинчики, ну ладно. И сейчас еще буду розовых блинчиков делать. И мы налепим с папочкой разную еду, аксессуары для Рокси. Начну с корма. Вот я как раз-то нашла идеальный цвет для корма. Аринка, что это будет? Это будет корм для моей собачки. А какой? С говядиной. Говядина, собачки любят говядину, все же связано с мясом. Да. Еще я хочу налепить с курочкой, с клубникой, с... очень странно, корм с клубникой. Не, ну у нас будет такой корм. Жаль, что, конечно, у нас один розовый остался, но ничего страшного. Арина, что это за такие маленькие, такие кругленькие штучки? Это корм. Собачий корм? Да. Крош, а я из белого пластилина слеплю косточку для собачки. Хорошо. Косточку я слепил. Вот такая получилась. Прикольная, да? Как... Да. Как прям в мультиках. Да. А вот я уже заканчиваю корм. Бросаем. Смотрите, как много корма уже получилось. Что дальше? Что такое интересного? То есть классно, конечно, вот этот вот. Это лилипак называется, да, такой? Это легкий пластилин. Да, то есть он... Такой вот легкий, как бы мы его лепим, потом он засыхает через сколько там, полчасика или час. Это такой лили-пак. Что? Лили это легкий, а пак это пластилин. Логично, Крош. И вот такие вот прикольные аксессуарчики, потом которые не прилипают к игрушке, там, мягкие, еще какой-то. Да, но они должны высохнуть за сутки. Сутки нужно, да? Максимум сутки. Минимум 15 минут. Короче, классный материал, да. Чтобы вот пополнить коллекцию аксессуаров для ваших игрушек. Да. Мы слепили мячик. И смотрите, здесь такие вот маленькие блесточки. Видно на камеру? Крош, слушай, а чтобы вот этот вот мячик как бы выделить, как будто бы это там футбольный мячик для Рокси, может быть, сделаем такие ромбики на этом? А давай знаешь, что сделаем? Что? Давай сделаем такие штуки, которым у меня... Я имел в виду. Нет, вот такие вот разные прикольные. Да, давай. Из оранжевого цвета. А давайте из желтого. Давай. Не хочется из желтого. Мячик для Рокси готов. Первый? Вот второй. Покажи. В фильме такой... Какой фирме в форме вот такой летающей тарелки или Сатурна. О, Рокси, ты уже проснулась? Да, я проснулась. Я хочу кушать. О, хорошо, как раз тебе и сейчас приготовлю. Смотри, сколько у нас всего. Вау! Хочу с нетерпением попробовать. Ну тогда подожди 5 минут, и все будет готово. А ты пока, мисс, пойди поиграй. Хорошо. Ну, а пока мисс Рокси играет, то я вам покажу все то, что мы налепили. Смотрите, здесь, конечно, YouTube не бани. Какашки? Да, какашки. Ну, куда же без какашек? Естественно, мы все кушаем и какаем. И вы знали то, что Рокси, знаете, как умеет? Видите, вот так. Привет. О-о-о, Рокси наложила, да? Что еще слепили, а ну показывай. Игрушечка. Еще можно вот так вот использовать, но это не для этого, это чтобы... Чтобы вот зубки точить. Да. У нас у немецкой овчарки Луны вот такая игрушка была, да, Крош? Что она только с ней делала, да? Угу. Потом подросла и разрезала полностью. Крош, дальше что? Вот такие вот три игрушки. Ну, намордник покажи, такой сиреневый намордник. Сиреневый вот. Есть и вот такой. А вот это тоже намордник, да? Да. А я думала, это вот так. Ну, корона. Корона, намордник. Ну, и вот так вот можно. Не, ну, это давай корона, пусть будет корона, да. Вот. И вот намордник номер раз.
Намордник номер 2. Но это не совсем намордник, это шипы. Ну, так, чтобы не подходили дворняжки, да? Да. Потом что нас... там перекусить? Вот Рокси голодная. Да. Вот я вижу косточку. Дадим ей косточку. Давайте я сейчас, мы ей как раз завтрак приготовим. Давай. Вот у нас есть 3 тарелочки. Я ей дам сразу 3, потому что она любит много поесть. Так, молочко или водичка? Я думаю, молочко с утра, да? Угу. Так, молочко. Даже вот фиолетовую положу молочко. Вот так. Потом лепешку. Зеленую. Потом лепешку розовую. Нет, не вот эту розовую, а вот эту розовую. Она мне красивее получилась. Так. И вот такую вот. И вот блинчик. Какой вкусный. Аж саму захотелось. А потом... Косточкой добавим или нет? Нет. Да, это ее игрушка. Все игрушка? А давайте, папа, поближе сделай. Поближе. Чтобы не было видно моей руки. Ням-ням-ням. Типа она уронила. На Рокси у нас это овчарочка чепрачного цвета. Да. Короче, мне не понравилось то, что я делала. Смотрите, короче, у меня здесь есть мяско, набор мяса. Давай мясо. Рокси с утра любит мяско. Просто у нас еще есть котлетки, которым ей очень нравятся, и целый стейк. Смотрите, здесь вот стейк. Даже не спрашивайте, почему я делаю это все щипцами, потому что я сама не знаю. Потому что мне так удобно. Ну, у каждого повара свои фишки. Да, и как раз смотри, как удобно ими эту брать. Ладно, берем ей вот такой вот блинчик. Один. Вот сюда тоже можно блинчик и сделать. Блинчика пусть будет 2. И соус. Соус. Ну, то есть не соус, а варенье с черникой. Вот такое вот варенье, мини-варенье. Потом вот так вот. И вот варенье. Так, вот это у нас уже готово. И последнее. Последний я всегда ей, знаешь, что ложу, пап? Что, Крош? Ее любимую палочку с говядиной. Потом пюрешку. Куда же без пюрешки-то? Это палочка, это с говядиной, да, это или морковка? Палочка с курочкой. Ой, Крош, а вот ошейник, смотри, как классно слепили. Вот ошейник. Давайте его чуть-чуть попозже покажем, потому что мы сейчас ей еду готовим. А вот смотри, щенячьего патруля я вот сделал, даже шляпу. Да. Ну, одень пока. Ну, хорошо, пока. Покажи, как он смотрится. Вот так. Так же она одевается. Щенячий патруль спешит на помощь. Ничего страшного. Ну, все равно что-то похоже, да? Красивый. И вот так вот оторвать. Вот красивый, да? Ну, Маршал! Показывай. Маршал, да. Показывай, что там дальше. Катя, все, я нашла. Вот я и положила котлеточку, рогалик. И сейчас положу... Так, что же ей положить? Корм. Для ушка. Надень на ушко. Это еще, знаешь, с косточкой такой. Это, знаешь, как еще можно? Не только так. На ушко. Вот так вот выглядит на ушке. Смотри. И на лапке, да? И на лапке. Браслет такой с косточкой. Да. Это не бантик, а косточка. Смотрите. И смотрите, какая милота. Ну, реально классно. А давайте еще попробуем вот так вот сделать. Ага. Сделаем ее прям красотой. Давай, ошейничек. Так, и вот. Так. Не, ну все, ну королевшно. Да, действительно, красивая. Очень красивая. И надо и королевский завтрак. Слушай, ну уже она голодная, давай ее покормим. Это же она, да, или он? Это она. Она, ну. Конечно, почему у нее розовая шейник? Ну да, корона? Действительно, давай, короче, так, покушаем. Так, берем розовую лепешечку. Потом такую таблеточку. У нас есть такая таблетка, которая заменяет еду на полдня. Мы ее не будем давать, потому что... Рокси уже кушать хочет. Все. Рокси, подожди чуть-чуть. Я тебе еду выбираю. А пока с Рокси поиграемся, да? Давай. Опа! А давайте розовым мячиком. Давай. Бросай. Давай. Рокси, взять.
Ой, корона спала. Да, ничего страшного. Вот, смотрите, у нас есть вот. Вот я даю ей еду. Кстати, если... Ой. У меня под шкаф укатилась еда. Ничего страшного, Рокси догонит, потом доест, да. Если будет голодная. Ну что, давай уже кушать, она уже голодная, крош. Да хорошо-то я еду делаю. С этим пинцетиком, давай я тебе побыстрее помогу. Я собака знаю, голодная. Все. А что, это пирог какой-то, это да? Пирог. Пирог, я думаю, тоже будет на десерт. Она не хочет пирог. Ну ладно, не хочет, так не хочет. Так вот, может погрызть, зубки, наверное, режутся, еще ж маленькая. Все, это, Рокси готова покушать. Сейчас я буду кусать. Ой, корона упала. Ладно, ничего страшного. Как вкусно. Я не понимаю, моя хозяйка что, повар? Как она вкусно готовит. Ариночка, спасибо большое за еду. Я, видишь, я все съела. Мне так понравилось. Я сделала вот такие вот тапочки. Они идеально подходят для Рокси. Потом здесь вот такая вот косточка. Смотрите, она уже здесь погрызанная такая. Поэтому я скоро буду покупать новую. Ну а с вами был Крошик Дэй, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Всем пока-пока и не пропускайте наши новые видео. Пока-пока! Ну, Рокси, я тебя не просила какать! Что, действительно она какала? Ох, Рокси, тем более возле своего ошейника. Крош? Что? Ну что, давай снимаем? А, ой, да. Давай. Так что Рокси делать будет? Рокси. Она уже голодная. Рокси будет. Как может Дай-ка. Игрушка быть голодной, да? Папа, ну для кого голодный, для кого ладно, нет. Ладно, окей. Экшн. Марина, мы все слепили? Да, пластилин не осталось. Пойдем за новым? Да, и придется еще и ковер менять. Ну я пошла.